Дети, как известно, цветы жизни. Но, к сожалению, не все они имеют возможность расти и развиваться в полной любящей семье. И именно таким детям необходимо давать в разы больше тепла и радости. Я увидела по телевидению, что у нас в Курганской области проходит марафон добра. Я решила подать заявку и принять в этом участие. Мы любим детей и любим дарить радости. Шоу «Мыльных пузырей» вызвало шквал восторга. Усидеть на месте было очень трудно, ведь так хочется поймать эти летящие и переливающиеся частички волшебства. Екатерина из студии детского праздника «Happy Day» выдувала самые разные мыльные пузыри, и маленькие, и огромные. Ребята тоже попробовали свои силы в надувании пузырей. Но особенный восторг у всех зрителей вызвал целый мыльный скафандр, где все желающие могли загадать самое заветное желание. В этом пузыре мне было так необычно, и надеюсь, что мое желание обязательно сбудется. Самое лучшее в этом году, что было. Активное участие в шоу приняли и взрослые. Ведь заветные желания есть не только у детей, а не проникнуться атмосферой праздника было просто невозможно. Сегодняшнее мероприятие нам очень понравилось. Понравилось и детскому коллективу, и понравилось и взрослым. Были даже элементы фаер-шоу. А вы видели когда-нибудь, чтобы мыльный пузырь горел? Нет? Ребята тоже такого раньше не видели. Но когда желающих пригласили поучаствовать, смельчаки нашлись тут же. Праздник удался на славу, и самая большая награда – это улыбки на детских лицах. Сегодня мне хочется поблагодарить от коллектива детского коллектива и от коллектива взрослых. Прекрасный проект «Марафон добра». Анна Карпушина, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».